В центре Краснодара на несколько дней ограничат движение транспорта из-за парада казаков. Уже сегодня автомобилисты будут испытывать трудности на подъездах к Театральной площади. Здесь воинское сословие проводит репетиции предстоящего события. Основные торжества развернутся в субботу. Начнутся они у войскового собора Александра Невского, где состоится праздничный молебен. Затем казаки пройдут торжественным строем от Соборной до Театральной площади. В полдень начнется торжественное прохождение парадных расчетов Кубанского казачьего войска.